Это переносная мобильная волейбольная стойка. Ее можно установить как на улице, так и в спортивном зале. Теперь такая появилась в Соликамском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Приобретение спортивного оборудования, волейбольной стойки и сетки инициировали волонтеры детской радости компании «Уралкалий». От лица волонтеров мы обратились с просьбой оборудовать площадку для детей, которые живут в центре помощи детям. Ну, чтобы детки могли больше времени проводить на свежем воздухе, оздоравливаться, вести здоровый образ жизни, получили огромную поддержку. То есть сейчас площадка оборудована, детки будут заниматься. Центр помощи детям находится на территории округа номер 6, в зоне ответственности депутата Михаила Морозова. Мы очень заинтересованы в том, чтобы дети у нас развивались как и в спортивном плане, так и в умственном, культурном. И, соответственно, они должны быть заняты. То есть самое главное – это занятость. Вот для этого мы все и делаем. Градообразующее предприятие нашего города, компания «Уралкалий», не первый раз помогает Центру помощи детям. В 2016 году здесь была установлена спортивная площадка для занятий воркаутом. Волонтеры детской радости систематически посещают воспитанников, дарят подарки. Теперь еще одной спортивной зоной на территории центра станет больше. А значит, появится больше возможностей для занятий спортом и привлечения детей к здоровому образу жизни. Евгения Пантелеева, Кирилл Литвин, телекомпания «Соль ТВ».